Всем привет, меня зовут Мирослава, и сегодня я покажу свой гардероб на осень. Первый образ на мне от бренда 12 Stores, бежевый удлиненный джемпер с короткими рукавами и посадкой по фигуре с небольшими разрезами по бокам. Дополняю его широкими джинсами на пуговицах, и мне очень нравится, что у них высокая посадка и свободный силуэт. Сейчас такие джинсы очень модные. Мюли из натуральной кожи с закрытым носом коричневого цвета. Их можно сочетать как с джинсами, так и с платьями из-за своего лаконичного дизайна. Из аксессуаров на мне ремень-корсет из натуральной кожи с двумя пряжками овальной формы и миниатюрная сумка-коробочка с тонким длинным ремешком, прострочкой деталей белой нитью и застежкой-магнит. На мне блуза от российского бренда MyEmma на одно плечо с универсальными скини-джинсами, которые не только выгодно подчеркивают фигуру, но и сочетаются практически с любым верхом. Джинсы от Zara. Обувь — это классические лодочки с резинками на пятки из натуральной кожи белого цвета от Hugel. Ссылки на все вещи, обувь я обязательно оставлю в инфобоксе под роликом, смотрите в описании. Если говорить о блузе, то гороховый принт, с которым мы не будем расставаться в ближайшие сезоны, как по мне, так привнес ультрамодный акцент этому образу. И мне очень нравится, что с блузой можно создать как вечерний, так и более такой расслабленный образ. Что с тобой? Ничего, просто смотрю на тебя. Вы сердитесь, потому что я не сказала до свидания? Нет, я в ярости, потому что мне грустно. Так мило было оказаться в постели с девчонкой. Нет, не нужно. Почему? И для более романтичного образа лучшим сочетанием будет юбка из катона с накладными карманами, также от MyEmma. Следующее — это один из моих самых-самых любимых образов. Шелковое платье черного цвета со съемным поясом от бренда MyEmma Design для самых незабываемых вечеров. Идеально подойдет для торжества, свадьбы, походов в театр. И мне что очень нравится, то что модель отлично садится на любую фигуру. И если будете приобретать у них вещи, имейте в виду, что все модели доступны к заказу по индивидуальным параметрам с учетом особенностей вашей фигуры, роста по той же самой стоимости. Для следующего образа я выбрала платье миди от 12 Stores с завязками на талии. Закрытые линии и приталенный силуэт создают спокойный, но при этом притягательный образ. Пояс позволяет подчеркнуть фигуру, независимо от ее типа. И в прохладное время надеваем такое платье с лодочками, акцентной сумкой и тренчем.
Также под видео будет указан промокод на бесплатную доставку по всей России. И сейчас на сайте Blasi Stores действуют скидки, так что обязательно заходите, смотрите, выбирайте. Для следующего образа я выбрала белый атласный топ в бельевом стиле с декором в виде перекрещивающихся двойных лямок. Дополняю его базовыми джинсами скини и нюдовыми ботильонами из глянцевой кокожи на широком каблуке. Такая пара осенью смотрится достаточно свежо, не перегружает образ и в то же время привлекает к себе внимание. Ну и конечно же я не могла не отметить дизайнерские детали, это каблук-трапеция и молния с акцентной подвеской кольцом. Плюс ботильоны идеально смотрятся в сочетании с хлопковым тренчем на запах в бордовом цвете. Такая элегантная модель с минимумом декора. Пояс в комплекте обеспечит идеальную посадку по фигуре. Ну а из аксессуаров у меня классический портфель для ноутбука из износостойкой кокожи от Лера Лена в бордовом цвете. Как по мне, так он идеально адаптируется к деловому или повседневному гардеробу. Платье от My Emma Design из искусственного шелка. И если вы ищете вечернее платье, которое будет сочетаться с любой обувью и аксессуарами, то такая нежная комбинация на бретелях идеальный вариант. Ее крой подчеркивает фигуру и декольте, а сияние шелка сделает образ еще наряднее. На ужин надеваем такое платье с туфлями на высоком каблуке и дополняем компактной миниатюрной сумочкой, а для образа на холодную погоду носим платье с шубой, кожаной курткой-косухой и кожаными ботинками. Один из самых ярких и запоминающихся образов – Total Black. Ни один мой лукбук не обходится без черных вещей. Получился гранжевый образ. Платье от My Emma можно носить как с босоножками на каблуках, так и с высокими ботфортами. Из верхней одежды идеальным вариантом будет куртка-косуха. Акцент в этом образе на прозрачных рукавах, они приковывают к себе внимание и делают вещи запоминающиеся. Ну и, конечно же, благодаря универсальному фасону модель подойдет на любую фигуру. Сарафану
но от моей Эммы из катона с карманами в боковых швах. Получился не только актуальный, но и комфортный наряд. Сарафан не ограничивается летним гардеробом. В прохладную погоду его можно носить с белой водолазкой и кедами, а в отпуске носить с босоножками и солнечными очками. Голова чешется. От покрасок? Не знаю, может, да. Шивая. Угу, вот, вот так, да, побольше улыбки. У тебя такие зубки. Во, вот, милота, милота, милота. И вот так я могу, и так. Угу. А вот еще, еще. А как вот так? Бля-ля. Кошка.